Мы пытались переслать что-нибудь из этой лаборатории на аналогичное устройство в Нью-Йорке. Пакет не прибыл по назначению. А через несколько часов он вернулся. Что? Что? Минуточку, если он потерялся между Нью-Мексико и Нью-Йорком, то где он находился? Мы тоже не могли разобраться. И отослали камеру по той же схеме. Она возвратилась с этими картинками лесистого склона. И тогда мистер Донагер предложил нам идею направить объектив в небо. Мы изучили расположение созвездий и поняли, что камеру занесло не в то место и не в то время. Вы пытаетесь сказать, что случайно сделали машину времени? Нет, мы открыли пространственно-временной туннель. Этот туннель завязан на единственную точку в прошлом. Кастельгард, 1357 год.